Уникальная коллекция принадлежит собственному фонду музея. Иллюстрации были подарены русскими художниками в разное время. Так, например, свои работы к роману «Как закалялась сталь» Савва Бродский передал хранителям в 1972 году. Всю коллекцию рисунков не удалось разместить даже в трех выставочных залах. Фонд музея регулярно пополняется новыми экспонатами. Поэтому для этой экспозиции отбирали самые лучшие экземпляры. Более сотни иллюстраций, которые ярко отображают атмосферу революционного времени. Ну и, конечно, большой интерес посетителей к уникальному памятнику культуры, сохранившемуся до наших времен в первоначальном виде. В доме Николая Островского по-прежнему царит та атмосфера, которая была в 1936 году. Весь интерьер и предметы в кабинете писателя, который также был приемной и концертным залом, сохранены. Даже рояль, на котором певица Вера Духовская первой сыграла произведение «Орленок», ставшее впоследствии гимном всех пионеров. Огромное количество предметов, которые могут посмотреть наши посетители, это, конечно, и замечательные приемники 1936 года. У нас их два. Это великолепные, совершенно великолепные вещи. И замечательный патефон, который работает и по сей день. Огромное количество книг, более 2000 экземпляров, которые собирал сам Островский. 30 сентября в 11 часов в Доме Островского состоится традиционный концерт. В кабинете писателя выступят артисты Сочинской филармонии. В программе прозвучат любимые писателем произведения народной и классической музыки.